jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Чем бы прошки? Чем бы прошки? Жени, Нептуна, Меркурия и Церера, покровители торговли, мореплавания и плодородия. Это здание было построено в 30-е годы 19-го столетия. Когда-то оно входило в число портовых строений. Ну и сейчас здесь размещается Пушкинский дом, здесь хранятся рукописи и библиотека великого поэта. Давай, за текстиля! За текстиля! Америка завоевала всю Россию. Ага. И посадил всех в дурдом полностью. И спрашивает, что, говорит, вам надо? Они говорят, один доллар. И миллион вертолетов. Сороки на талюки. Я и пельбалюки. Сороки на Асите море, Аскенье, Анечесе, Ильбалюки. Алло? Привет! Как вас зовут? Мой зовут Катя. А у тебя зовут как? А меня зовут Кутерберди. А тебе можно кот? Нет, я быка, я мужик. Кот! Кизликом курдюк шашлики. Айдар кулюрюк пахлава. У тебя машина есть? Какой марка? Не Мазда, Зазда. Кизликом курдюк шашлики. Айдар кулюрюк пахлава. Когда война была, немец морду дал, Сталин подарил. Вот. Кизликом курдюк шашлики. Айдар кулюрюк пахлава. Где будем встретим? Давай встретим не кофе, столовые. Thank you.
Андрюха завтрак приготовил. Кого? Завтрак. Пойдем, покажу. А, со спины. С пылу жару. Пойдем. Это Мишка Сидерский. А это вот Михаил Львович. Там 800 макбуков. Прошу, 800 макбуков. Аймар. Keep it small and try to... Good morning. Good morning. So this is the next. So what's the function? Ну лазить заснял. Hi. Есть место. Садись на. Привет, Тверским. Оксана умерла. Попугайчик. Еще один попугайчик. Андрюша. Попугайчик. Вон, макака. И еще один попугайчик. А там макака. Кушай, Андрюха, кушай. Кушаю. Макаю. Кручу. Кручу. Сразу вспоминается анекдот. Короче, сидят русский, француз и немец. Пьют чай. И делают сладкий чай. Мешают. Первый мешает француз. Мешает вот так вот. И два раза случайно ударяется. Говорит, пардон, пардон. Дальше мешает немец. Мешает, так аккуратненько, аккуратненько. Идут, один раз стукнулся. Вот, извиняюсь, извиняюсь, я не хотел. И дальше мешает русский. Тысячи извинений. Тысячи извинений. Прекрасный чай. Кстати, каркаде. Они отворачиваются, когда я снимаю, видишь? Что пьешь? Я пью зеленый чай. Меня снимаешь? Да. Короче, анекдот от китайца, который вы увидите чуть-чуть попозже. Значит, шел Джеки Чан по улице, шел. И вдруг у него сломалась нога. И тут же выросла новая.
Нормально. Это рассказал мне один китайский друг из Питера. Нормально. Как чаек? Здравствуйте, я расскажу вам анекдот про китайца. Нормально. Меня зовут так, ну ладно. Приезжает китайец из Москвы, спрашивает друзья, ну что, как тебе в Москве? Ну хорошо, тихо, народу нет. Здесь смеяться надо. Забыл движение, как бы не так надо. А, вот так надо. А еще у него вот это. Было определенное время, когда хищники начали кушать ящериц. Ящерицы начали вымирать. Для того, чтобы эти ящерицы не вымерли, в процессе эволюции у ящериц появился панцирь. Отлично. И после этого уже хищники не могли их прокусывать. Как ты относишься к большому взрыву? Отношусь. Я тоже. Давай еще попробуем вот так. Руслан, пойдем. Ты прокомментируешь. Извините. Сиди сюда, ты прокомментируешь. Да. Прокомментируешь. Иди сюда. Снимать можно? Прокомментируешь, Руслан. Как это ты оказался здесь? А? Это не я там оказался. А я там и стоял. А вдруг прибежал лев и пристроился ко мне. Понятно. У нас, кстати, хочешь перебыл? У нас осваивают панель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. I'm sorry. Да, это... Нет. Это книги. Книги, Руслан. Они вредят мозгу. Книги вредят мозгу. Пойдем. Книги вредят мозгу. А если каждый ответит? Каждый ответит. Конечно, Вася. 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 Стиляга из Москвы. Вот они сидят, людишки. Что? Что сейчас будет? Сейчас наши марокканские друзья расскажут нам анекдот. Давай уход القسم كانوا كيقراو العلوم الطبيعيه ويجي واحد الدري ويتسول الاستاذه قالت لها استاذه واش في 20 عام واش نقدروا نولدوا قالت لها اه بنتي تقدري تولدي قالت لها في 15 عام قالت لها لا ما تقدريش تولدي ويجي نقص واحد الدري من وراها ويقول لها يا وشي قلت لك ما تخافيش اوكي ثانك يو كي يا اتس جاست وان جير ان كلاس روم شي اسكت هير تيشر اباوت اف ذا اف ا جير اوف 20 ييرز كان هاف ا بيبي اند ذا تيشر سيد يا اند افتر شي سيد اف وي هاف 15 ييرز كان وي هاف ا بيبي She said, "Yeah, you can have. You can't have a baby. It's difficult to have a baby in this year, in this age." And a guy who is studying with the girl asked her, "I told you, you don't have to be worried." Spencer, okay. 在中国话里面，你会呀的意思是坦于，你可以吗？It means in English. 你会啊 means can you about Chinese no
Maybe I can. But in Chinese, it's like just a question. But in Russian, it's a bad word. It's a dirty word. So I think it's funny. Thank you. Thank you, Doug. Шерлок Холмс докторироваться на природе. Будет Шерлок Холмс докторироваться на ночь и говорит: Холмс, как вы думаете, о чем говорят эти звезды? Холмс говорит: думает, только говорит: наверное, эти звезды говорят о том, что где-то далеко от нас есть разные галактики, у них есть свои солнца, и эти солнца и есть звезды. Шерлок ему отвечает: это же элементарно, Ватс. Это говорит нам о том, что мы собрали палатку. Аплодисменты все. Спасибо. Еще в Питере можно пить сколько хочешь. И это все бесплатно. Что? Питерская тема. Девочки, просто особенно, пожалуйста. Анекдот. Хочешь, расскажу? Ну, давай. Почему в Петербурге поставили памятник Кутузову? А вот еще. Знаешь почему? Ну, потому что он Москву французам сдал. Вон, Апачи снимай, Апачи. Снимай Апачи. Здесь жила одна Александра, но она уехала на поезде с автобусом. Thank you.